Так что сегодня будем отжигать. Все покажу вам. Я же уже это говорил. Моя девушка бомба. Сегодня было открытие клуба, все прошло успешно. С утра по плану бег, тренажерный зал. До встречи. Погода вообще отличная, как раз для бега. Через часа 2-3 поедем на пляж загорать. Посмотрим Персидский залив. Хорошего дня всем! Сегодня жарит. Вообще нереально жарко. Кстати, у нас сегодня будет фотосессия. Мы работаем на острове Пальма-Джумейра. Вот так он выглядит с высоты птичьего полета. Сегодня у нас снова тут фотосессия. С вами Виктория Боня. Будем снимать манекен. Нам это самое главное, никто не моргает. Что вас бесит? Идите все. Все, все знают, что делать. Хорошо, здорово, отлично. Давайте. Раз, два, три. И держи. Раз, два, три. Ура!
дослар. Сәлем, дослар, без Дубайда. Оңлағанығызша татарлар Дубайда ұшырашалар. Шуңа күрә хәзер бүтін келесі татар яшьләре форумы алар барысы да Дубайда узачақ. Қазанда узачақ барып. Бүтін продвинутый тікә татар яшьләре Дубайға келерге тырыша. Шуңа күрә біз сізні барығызында мында күтіп қалабыз. Һәм менә біз күрше ауылда яшәгән кебек бір-біребіз белән Дубайда ұшыраштық. Поэтому решил все-таки побегать, размяться. И спорт должен быть каждый день. Борис! Зато у меня появилось свободное время пописать трек. Но мы просим, чтобы ты остался на сцене. Ведь сегодня твой день рождения, Артур. И мы поздравляем тебя все вместе. Желаем тебе всего самого достойного. января, время 4 утра, випки, записываем саксофон, соорудили мини-студию. Все это мы делаем для того, чтобы завтра выложить трек. Я записываю трек сольный у любого. Короче, сегодня услышите трек вечером. Друзья, всем большое спасибо за все эти пожелания. Проснулся, просмотрел очень много сообщений. Я все это обязательно просмотрю, всем отвечу. Скорее всего, ночью. Потому что сейчас надо доделать видео. Потом на работу. Очень много сообщений, и это очень сильно радует. Спасибо за такие теплые слова, спасибо за то, что вдохновляете, спасибо за то, что вы у меня есть. Надо его съесть. Торт вообще очень вкусный. Поздравления.